Всем привет! Незаметно подкралась осень. Какая же погода будет в эти выходные? В пятницу в Краснодаре пройдет небольшой дождь и похолодает до плюс 25. В субботу будет облачно, но с прояснениями, а температура воздуха останется прежней. В воскресенье потеплеет на 2 градуса, плюс 27 и безоблачное небо. А что вы любите в осени? Пишите в комментариях. Что делать, если вы не нашли работу своей мечты или ищете хорошего сотрудника в свой коллектив? Мы знаем, как вам помочь. Блокнот запускает новый проект «Работа». Присылайте нам ваше резюме, и мы разместим его абсолютно бесплатно в нашей ленте. А для работодателей только в сентябре скидка на размещение 50%. Подписывайтесь, ссылка в тексте. С вами была классная Настя. Всем уютных выходных!